Вот мы вышли на Тверскую и двигаемся дальше. Ну, здесь такие всякие магазинчики. Здесь вот Ашан открылся. Вот на другой стороне улицы это здание театра Ермоловой. Такой вот бирюзового цвета. Мы по Тверской дошли до Камергерского переулка и пойдем дальше по Камергерскому. Здесь вот опять стоят велосипеды, которые можно взять или сдать здесь. Здесь находится памятник Станиславскому и Немировичу Данченко. Дальше вот мы пойдем по Камергерскому переулку. Мы двигаемся теперь в сторону Петровки. Вот это зеленое здание. Это здание театра МХАТ. Здесь уже давно пешеходная улица. Много ресторанчиков, кафешек. В летнее время они все имеют... Ну, как бы у них у всех есть место посидеть на улице. Вот они выносят столики на улицу. Вот так. Вот здание театра. Здесь вот музей Прокофьева. Находится. Ну и памятник, соответственно, Прокофьеву. А вот дальше находится дом педагогической книги. Это книга, как мы ее называли. Очень люблю этот магазин. Раньше здесь часто бывала, сейчас, конечно, уже реже. Но и цены сейчас здесь повыше, чем были раньше. Но выбор, литература... Сейчас мы выходим на Большую Дмитровку, и с правой стороны будет театр оперетты. Там видно афиши. Украшено красиво. Я тебя спросила, чтобы не машину. Вот такая вот. Сейчас Москва красивая. И мы попали на улицу Кузнецкий мост. Вот это тоже театр оперетты, но, так сказать, вход для персонала. Вот мы дошли до пересечения Кузнецкого моста с улицы Петровкой. Это здание ЦУМа. Это вот ресторан большой называется. Говорят, классный ресторан. Ну, наверное, здесь мы попрощаемся. Видео, как отсюда можно добраться до станции метро Театральная, есть на моем канале. Оставлю ссылочку на него, кому будет интересно. Посмотрите, на самом деле не сложно, просто отсюда надо повернуть направо и прямо дойти до площади у Большого театра.